Вот по такому снегу едет, не быстро, но едет. Дорогу! Благодарю! Всем привет, с вами Андрей Сонар. Сегодня возникло внезапное желание покататься на катане. Я уже хорошенько так покатался. Приехал на водоемчик. И решил половить здесь рыбку. Давайте попробуем ее здесь поискать. Погнали. Я не знаю, какая здесь толщина льда, поэтому давайте все сделаем правильно. А правильно, это проверить толщину льда, не вылезая из катана. Это, друзья мои, делается пишней. О, хороший лед. Вот так, друзья мои, лед 20 сантиметров. Вот так, имитируем ненадежный лед. И из катаны не выходим. Допустим, кругом 3-4 сантиметра, выходить опасно. Вот так вот, в 3-4 сантиметрах пишней мы за 3 секунды пробьем лунку и можем спокойно рыбать. Приветствую. Приветствую. Иду сдалека, смотрю, думаю, блин, ну явно сит рыбу ловят, на чем непонятно. На лодке. Вот это ближе подошел, понял. Все, накатался, не буду лишних слов говорить. Ролик короткий, болтать не хочу, катана супер. С вами был Андрей Сонар, всем пока.